кто в прошлом сказал, после нас хоть потоп, но страшнее потопа агония веры. Мы царицы наставили и перекоп, но куда же теперь, господа офицеры? Значит, участь такая великой Руси — покориться безродной, непрошенной силе. Мы уходим из города Новороссийск, поле боя оставив за Красной Россией. И по всем кабакам пьет Христовую рать, уцелевшую чудом смирновскую водку. Нам смертям преждевременным не привыкать, а теперь вот научимся жить в неохотку. Дай нам, Боже, набраться терпения и сил, не возжаждать бы крови бездомно и пьяно. А поручик Алымов вчера застрелил боевого коня из себя, из нагана. Завтра примет нас берег доволе чужой, а сегодня усходен шрапнелью разбитых. Мы поим лошадей своих ржавой водой и породно считаем живых и убитых. Мы уходим от праха последних могил, завернувшись в пропахшей порохом бурки, и грехов наших чашу до капли испил император, убитый в Екатеринбурге. Мы сюда не вернемся, не верьте сердцам, за спиной нашей накрепко заперты двери. И размазал щеку слезу Исаул по усам. Нет, не злую, горючую, можете верить. Задымят корабли над барашками волн, увозя обреченных на муку изгнания. Будут биться вдали за великий престол тот, кто бросил его, убоявших страданий, и в неясных пределах закончив свой бег. Мы, изверившись чуде в пророках, в мессиях, может быть, позавидуем тем, кто навек лег священную горькою